Всех привет, и прямо по проценту продолжаем проводить нефтевой магнат, там можно так сказать. Будем копать земли и все остальное. Ну чё у нас? У нас 3% акций этого города, который тоже тут построен. Можно так сказать. И у них 2% акций. Я просто не знал, как тут аукцион работал в прошлой серии. Ну чё, поехали копать дальше. Окей. 2000 у нас пизданули. Так, погнали. И кротик давай. Вот сюда. А, бря, не туда поставил. Блин, ой, дурак я. Ой, дурак. Ладно. Фиг с ним. Сам себя, ну, залошил. Ой, простите, что заикался я. Так, у нас есть 2 дополнительных время. Так, 2 нашей нефти. Иди копай. И ты тоже опять иди искать. Не попал нихуя. Где это нефть находится, интересно. А вот и нефть. Просто замечательно. Ну, сначала лучше продавать, я думаю. Нафига вы все нашу нефть? Вот это поворот собой. Так. Иди копать сюда. Тебя. И делаем так. Продаем. У нас одно справится, а потом только все остальное будем заниматься. Все так думаю делать. Вот и денежки пошли, вот и денежки пошли, вот и денежки пошли. Это должно намного раз быстрее делать. Сейчас найдем вашу нефть, подождите, блин. Вот, я нефть вижу. Если интересно, оно, не оно. Так, ставлю вторую вышку. Надо купить эту пробивную фигню. Все. Иди сюда. Опа, прям сразу нашли. Так, иди сюда. Короче, ничего интересного не находит, нифига. Покупаем, покупаем. Может, это нафиг не надо. Ну ладно, все накопим, еще вышку поставим. Тогда поищи что-нибудь, а? Третью вышку, и все, больше ничего делать я не буду. Это мы высосываем этим, блядь. Этими оставшимися вышками. Ну, пана, еще нашел, да, еще поищи. Где, блядь, твоя нефть-то, блин, а? О, нашли. Так, ты нашел где-то здесь, да? По-моему, она где-то здесь находится. Вот она. Пойдем сюда. Так, это нашел здесь. Значит, здесь, отсюда, сюда пойдем. Это мы качаем. Да, денег у нас нет таких. Так, отсюда убираем, все сюда.
Хуя тут нефти? Какая тьма. Понятно. А как его обойти, эту нефть? Я тут скалы, блядь, я что, хуй пройду, что ли? Ёб твою мать, я обломился. Какое дело так оно и есть? Да, надо покупать улучшение, я не смогу тут ничего выкачать. Вот это я лоханулся просто. Если тут нефти не будет нихуя, я себе в минус пошел. А походу тут ничего не будет, только все здесь. Да, скалами мешает. Вот так берешь его. Короче, все, хана, это продаем полностью и уходим отсюда. Потому что деваться нам некуда. А вот еще нефть есть. Тут нефть есть. Много нефти. Ну вот нефть эта проклятая. Ну ладно. Сейчас это все продаем и все. Заканчиваем эту карту. Даже можно чуть сэкономить. Блять, ну короче, бур покупаем, все, сквозь это камни будем фигачить, потому что это смысла никакого не дает мне. Да вычекинем, подождем где-нибудь доллар стоить. Нефти. И все продадим нафиг. Хотя бы что-нибудь, какую-то прибыль будет из этой нефти-то. Ну давай, 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 рано. Все. Обдожди, подожди, подожди, подожди. Блин. Вот что тут есть, ёпта, а почему это я не заметил? Блин, я время потерял просто тупо. А, ну да, размечтался я. Короче, да, понятное дело. Да-да-да, не. Здесь никаким чудом не смогу это сделать. Вот, блядь, и там кристалл был. Ну чё, мы зарабатываем хоть 16 тысяч в этом раунде, можно сказать. Ну все, и мы со мной больше всех заработали. Супер просто, офигенно. Так, ладно. Так, что у нас здесь? Это, понятное дело, неинтересно. Здесь неинтересно. Сейчас это возьмем. Так, кредиты, алмазы. Бур, да? Открывает новые методы бурения, которые позволяют бурить сквозь камень. Купаем это, пофигу, сколько это будет стоить. Так, мэри, вот это вот. Начинаем.
И чё, он взял, что ли, а не я? Блять, он 4% получил. Ёмн, да я же нажал. Блин, я проигрываю по процентам. Уже. Ладно, фиг с ним. Давай земляной участок купим себе. Так, что у нас тут еще? А я вот это возьму. Все, все довольны, все замечательно. Все окей. Погнали копать дальше. Так, берем тебя. Четверых уже нанимаем, пускай так будет четверо. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, это уже нашел мне. Это замечательно. А, это еще надо улучшать. Ё-моё, как чемить просто. Все, нашли всю нефть. Продавать, все, продавать. Быстрее, быстрее, быстрее продавать. Это на всякий случай ставим здесь. А, нет, трое только нашли. Один у нас не нашел. Вот он нашел, замечательно все. Но это мы будем пользоваться, начиная бурень, как только найдем камень. Воткнемся, можно сказать, камень. Так, значит, вышку здесь ставим. И здесь вот это ставим. И смотрим, что у нас тут есть. Так, вот это тоже нанимаем тебя. А, вот что это такое, понятно. Ну сюда все побежали. Один сюда, чтобы если что. И будет он вытекать, можно сказать. Вот еще нефть нашел. Замечательно, просто супер. Что с самого начала дорогие цены какие-то большие. Так, давай ты сюда, и ты сюда. И ты давай копай. Вот и камень. Прям у нас денег не хватает на эту фигню. Давай сюда поставим, значит. Вот, замечательно, нефть пошла. Блядь, сколько-то нефти здесь, очумить просто. Так, это берем. Это пойдет сюда. Это надо прокачать, никак не прокачаю, блин. Эй-эй, куда нет пошла? Пока так делаем. Ждем, когда чуть накопится, хотя бы нефть. Да, конечно. Размечтался я. Все, все сюда. Погнали. На продажу нефти. Всегда надо все прокачивать, блин, да? Вот и нефть. Ну, еще промахнись здесь, блин, Павла. Так, это готово. Значит, берем, мы тут качаем, делаем вот так вот. Офигеть, прикинь, там очень мало нефти. Я заморачивался все это. Ну, а давай сюда погнали. Thank you.
Вот и нефть. Заебись. Купаем, купаем. Еще здесь покупаем на всякий случай. Купаем тебя. Так, иди сюда. А ты иди сюда. Надо по три сделать, еще не делились по три, блин. Попробуй что-нибудь найти, а? Получится это сделать, конечно. Все, лошадей давно не хватит. Это... А, тут... А, тут нормально. У меня уже есть. Прокачка этой фигни. Опа, и ты тут нашел. Так, ты, понятно. Так, ты тут нефть нашел, да, я понимаю. Эй, мужик, а где тут нефть, блядь? Здесь что ли находится нефть? Не. Офигеть, они тут все такие маленькие. А, вот это большой, да. А вот еще одна нефть. Больше нет нигде нефти, а? Попробуй найди что-нибудь. А вот так хочу объединиться. И вот так вот. Понятно все. Да, замечательный глюк здесь. Ну что, везде идет нефть-то? Так, походу, дела тут вообще ничего нет, я чувствую. Только вот этот большой кусочек более-менее был. Ууу, сколько тут нефти-то, блядь, охуеть вообще просто. Вот еще она нефть. Все взаимосвязано у меня здесь. А, ну можно вот так сделать, точняк. Абсолютно все объединяем на. Пойди сюда. Пускай чуть продают капельку. Ну так понимаю, тут больше ничего нет, да? Ну тут последнее, не понял так. Да, походу так оно и есть. Ну ладно. Так это прокачиваем в данный момент. Сюда качаем.
Ну ладно, давайте еще здесь еще прокачаем так. Повышаются цены, давайте продавать. Вот это механизм, блять, прокачки нашей нефти. Нормально. Зато тебе бетон мне не мешается. Можно качать, все можно это делать. Этот камень дурацкий. Да по-любому будет, в следующем уровне еще больше будет, да? Да я вообще обалдели бы. Извини, тут подороже, быстрее. Начинает дорожать нефть. Да. Давай, 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 продавать, 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 продавать. Вот так вот 20 достаточно будет уже. Все, это максимум, что я буду делать. Бля, ебать, давай быстрее, 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 быстрее. Замечательно просто. Но мне кажется, мы не заработаем тут слишком много. Ну что, 20 тысяч доработаем в любом случае. Тут еще качать надо. Это интересно, проверим что-нибудь. Нет, тут ничего интересного нету. Ну тут нефть слишком маленькая в местах. Ну ладно, последний здесь проверим. Ну такое чувство, где-то еще маленькая есть какая-то фигня, которую просто не вижу, и ее бы опущу момент. Все, сегодня продавайте и все. И сдаем эту участок земли обратно. Ну не 40 тысяч, но 25 точно заработали, даже больше. Ну вот все. Так, сдаем участок. Нет, все прям по часу. И тут кристалл, блин, был, а. Бонусы получили прибыль на 30 тысячу. Посмотрим, как противники наши. 10-9 одну тысячу. Нифига себе ты одну тысячу. Ладно, окей, давайте тебе. Нажмите старт. А, за 3%. Все, я купил. Баню вас всех. 6% теперь у нас. Больше всех в данный момент мы имеем. Лучше полтинник заиметь. Полтинник. Вообще, надо, может, я думаю, подождать это аукцион. Пускай процент больше накопится. Ну, а мы пойдем за землю. Так, земляной. Что у нас? А тут осталось не слишком много. Тут еще. Так, раз, два, три, четыре. Да, еще на одну игру. И все. Ну ладно, уже увидимся уже в следующей серии других прохождений. Всё, удачи вам и пока.